Синганские трамваи ласково называют диндинами. Они считаются символами Сингана. Это не только вид общественного транспорта, но и форма наследия ОАЭР. Лэм Чинвин работает водителем трамвая почти 30 лет. Он стал свидетелем разительных перемен, которые разворачивались за окном его диндина за последние десятилетия. Это финансовый центр Сингана. Многие достопримечательности находятся здесь. Это старое законодательное учреждение. Это знаменитая башня Банка Китая. На самом деле, большие перемены произошли на острове в течение последних десятилетий. Например, в районе Сао-Кэй-Вань, в восточной части Сингана, раньше было убежище от тайфунов, а теперь здесь все застроили небоскребами. Сао-Вань на западе тоже стал другим. Трамвайная линия раньше шла вдоль побережья, а теперь, благодаря мелиоративным работам, пути пролегают между зданиями. Трамваи были запущены в Сингане в 1904 году. Маршрут пролегал с восточного побережья до его западных районов, где располагались основные банки. Сегодня трамваи считаются ностальгическим транспортом. Они медленные и неуклюжие, но, по словам местных жителей, поездки на диндинах доставляют им удовольствие. В последние десятилетия они носят экскурсионный характер. По словам жителей и гостей ОАЭР, это отличный способ познакомиться с Синганом, с его обитателями, укладом и культурой. Когда в Сингане началась вспышка атипичной пневмонии в 2003 году, на улицы выходило очень мало людей. Все надевали маски в трамваях, экономика была слабой. Через несколько месяцев центральное правительство позволило жителям внутренних районов посещать особый административный район. Центр Сингана снова стал многолюдным. С тех пор я вижу в моем трамвае много туристов, говорящих на мандаринском диалекте. Пассажиропоток синганских трамваев с годами уменьшается. Конкурировать с современными автобусами, автомобилями, метро и другими транспортными средствами диндинам становится все сложнее. Несмотря на некоторые призывы сократить трамвайные маршруты, существующие больше века, местные власти обещают сохранить их. По их мнению, несмотря на быстротечность времени, некоторые вещи должны оставаться неизменными. Это счастливая долина. Многие приезжают сюда каждую неделю, чтобы посмотреть лошадиные скачки. Скачки продолжаются – это коронная фраза для модели «Одно государство, два строя». Лэм Чивину 59 лет. В следующем году он собирается оставить работу. Говорит, что благодарен за возможность наблюдать изменения и развитие Сингана с водительского места своего диндина. Игорь Злотников, CGTN.